Зараз буде наступна глава. Глава 9. А всього в цій грі 17 глав. Надо вернуться. Отчаянные времена. Я тоже люблю шумные перестрелки, но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? Больше половину, 60% мы же прошли. И его бы ты бросил? Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Гамора? Это же... Да. Она его убила? Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета! Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горя хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубийц. Потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка! Крышка! Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Блин, ракета уже другий Какая раз. Какая муха ее укусила? Робить так, що команда свариться. Сматуємося відсюди? Не спіши. Сперва попробуємо зв'язатися з Космо. Я є Грут. План клас, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грут до него достучится. Да-да. У убивашки сегодня особенно боевое настроение. Так, а поговорите с командой или свяжитесь с Космо из руки. Используйте отслеживание визора. Так, и у нас доступно два новых длинных разумовых. Кыш, кыш, подвинься. На что смотришь? Ну нет. Я запрещаю Вона тебе хоче з'їсти дроти. Вона так вже робила. Уйди! Ешь ти. Видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь? Это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера. Нет. Блин, дуже круті діалоги. Так, окей, давайте порозмовляємо з усіма. Зв'яжемося з Космо. Це собака з восьмої серії. З восьмої глави. Над чим працюєш? Так, небольшой апгрейд оружейної системи Мілана. Говорив же, якщо спрячем техніку від корпусу, я придумаю, як її приспособить. Круто. Коли можна опробувати? Смотря, як довго ти будеш стояти у мене над душою. Чого треба? Попросиш засунути гранату в резинового утенка? Укушу! Так, а матеріалів у нас не набагато більше стало. Ну давай. Вот, держи. Ювелирная работа. Сам себя не похвалишь, так... Так, локатор компонентов. Вы сможете услышать звуковой сигнал, который означает, что в радиусе 15 метров от вас находится компонент. Поисковый сигнал будет становиться громче по мере приближения. Режим визора поможет вам обнаружить то, что вы ищете. Окей, все зрозуміло. Він буде підсвічуватися жовтим кольором. Блін, да починіть вже ці дверцята. У нас на кораблі є інженер, але він...
Так, це у нас чья кімната. Есть там кто? Дракс! Ты в порядке? Открой! Питер Квилл! Мы ждем тебя в рубке. У тебя же был отчет для пса. Возможно, я все запишу. Дракс. У него в руках зубная щитка. Я освобожу уборную через пару тактов. Стоп. Это моя зубная щетка? Знову. Спочатку їй користувався ракета, він сказав, що її використовує для труднодоступних місць. А тепер Дракс свою лисину натирає. Це досьє, яке ми... А де ми його взяли? Вже якийсь діалог буде? Да, извини, не удержался, то есть, это ж твоє досьє. Полагаю, такое может восхитить преступников. Бывших преступников, это все в прошлом. Мы легализовались, помнишь? Кажется, мы по-разному толкуем понятие легальности. Ладно, да, может нет, но все же. Убийца Таноса угодил в самую жуткую тюрьму галактики? Хотел бы я услышать эту историю. Какую именно ее часть, Питер Квилл? Как я убил безумного Титана, или тебя восхищает мое пребывание на Килне? Танос, конечно. Тот самый безумный Титан. Говорили, он неуязвим, а тут бам! Здрасте, второй игрок. Просто как так вышло? Как ты с ним справился? Колдовством. Да брось, правда? Правда. Когда Танос убил мою семью, мое сердце полнил гнев. На пути отмщения я встретил ментора. В смысле наставника, да? Нет, так его зовут. А его брат Кронос — колдуны. Они дали мне сонное зелье, чтобы я смог свершить желаемое. Найти и убить Таноса. Выдумываешь? Вовсе нет. Очнулся я другим. Я чуял жизненную силу безумного Титана. Как она пульсирует на другом краю галактики. Ого, это... Понимаю, Сиверс. Как это звучит, Питер Квилл. Привет. Я верю, что ты веришь, но звучит как фантастика. Приемного перегляда. Даже в наших реалиях. И все же, я следовал за пульсацией в своей голове до Луны в черном квадранте. И там... Там был Танос. Прятался, как трус. Мы бились не один день. На мрачных просторах Луны мы обменивались ударами, равные по силе и равно жаждавшие навсегда повергнуть противника. А затем ты нанес решающий удар. Я помню, как ударил в последний раз и упал изможденный. Очнулся я в больнице на Эланисе. Минуло много оборотов, и меня чествовали как героя. Ведь ты убил Таноса. По их словам, а нутром я чувствую, что это не так. Он по-прежнему рядом. У меня нет сомнений, что он сумел выжить, как выжил я. Каково там, на Килне? Ты не продержался бы и цикла. А что? А я, может, знаю кое-кого. Да будет смерть его быстрой. Ух ты. Настолько плохо? Хуже. Однако, после хаоса, сотворенного мною во имя бездумной мести, эта кара была заслуженной. Ну да, бесчинство. Можно и так это назвать. После битвы с Таносом я не мог поверить, что тот вправду мертв. Требовал доказательств, а не получив их, убедил себя, что все вокруг его пособники. Всюду мне мерещился его мерзкий образ. Я убивал всех, кто мог укрывать его. Многие были те еще гады. Возможно. Не мне об этом судить. А как тебя взяли? Ну, корпус Нова. Ты же Дракс, разрушитель. Охотники за головами с тобой бы не справились. Я сдался. Что? Зачем?
За тем, что впал в безумие, и сам стал тем, что тщился искоренить. Когда я это понял, я больше не мог мириться с самим собой. Ну, самое главное, что ты теперь здесь, с нами. Окей, мы пройдем девятую главу. Поживем, узнаем. И закінчимо на сьогодні. Ну, взагалі, глава по часу це десь година часу. Але якщо тупити, як я, то можна і трохи більше витратити часу. Так, а чому я не можу рухатися? Блін, що за фігня? Я не можу рухатися. У убивашки сегодня особенно боевое настроение. Эй, смотри, не поруби там ничего в грузовом трюме. Запасы мы не скоро пополним. Блин, а что, мне снова с Траксом разговаривать? Тракс, ты в порядке? Я размышляю об этом. Я тебя понимаю. После этой истории с Ники, обманным обещанием... Это можно перекрутить, потому что все нормально. Наши близкие умирают второй раз. Я с ним еще раз все поговорю, чтобы какие-то прогресс погребов. Их убил Танос. Хотя я не хочу это обсуждать. Кыш, кыш, подвинься. На что смотришь? Ну нет, я запрещаю тебе жевать мой корабль. Мой корабль. Как же долго. Уйди! Ишь ты! Видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь? Это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера? Нет. Так. Ну, а ты как? Нормально? Уверен? Мы же там такого повидали. Я есть Грут. Возможно, я неподходящий собеседник. Грут умеет смеяться? Но вам с ракетой точно нужно это обсудить. Рад, что вы друг другу помогаете. Береги себя. Я есть Грут. Блин, у Грута с ракетой дуже токсичні відносини, насправді. Ракета дуже власний. Так, окей, нам треба зробити цю шмотку, яку ми попереднього разу зробили. Скоріше, над чим працюєш? Так, я придумаю, як її приспособити. Круто. Сподіваюсь, діалог з Траксом можна буде пропустити. Смотря, як довго ти будеш стояти мене над душою. Чого треба? Що на цей раз? Реактивні ботинки зі стразиками? Так, ми купляли... стоп. 20. Серйозно? Нічого? Ладно. Воно, ну, гра зберігла, що ми вже зробили. Так, це душ, тут немає Дракса. Цікаво. Ей, Дракс. Ти як? Дракс, куриного супчика хочешь? Тут его тоже немає. Помогает от хандры. Самая опасная женщина в галактике. Ошиблись вы. Хоть и попали в точку. Так, а вот и Гамора. Осторожно. Привет, Гамора. Уходи, Питер. Да ладно. Я просто хотел... Ты же столько тогда наговорила. Может, поговорим? Не хочу разговоров. Ладно. Тогда не говорю. Буду петь. Что? Who the hunter, who the game? I feel the beat, call your name. Ну же, подпевай мне.
I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Но вместе! Shooting at the wild. А, лама навіть почала співати. Bang, bang. I am the warrior. I am the warrior. And hard to hard to win. Вот видишь, без разговоров. Ладно, против этой я устоять не могу. Чего ты хотел? Не хочешь рассказать, как оторвала руку Рейкеру? Не о чем говорить. Ты отрубила ему руку. И это все. Он по-прежнему там, с Ники, манипулирует ею, лжет ей и раздает эти обещания. Заставляет всех думать... Их нельзя вернуть. Кого ты видела? В обещании. Подозреваю, что не Таноса. Никого. Ничего, это обман. И его нужно остановить. Точно. Мы сделаем это. Просто постарайся не разрубить Милана пополам. Отойди. Блін, мені ж треба зв'язатися з Космо. Для цього якась рубка потрібна. Я не знаю точно, що таке рубка, але... Здесь сказано, що 14... О, привіт! Ракета, Грут! Блін, пропустила. Чо, как? По какому праву ти копаєшся в вещах Грута? Я єсть Грут. Зря не возражаєш. Ей, ребят! Грут, я не хотел к тебе вторгаться. Серйозно, я бы ні за что. Просто мне любопытно, откуда... Я бы ни за что, але все каюты подивився. Да, этот доклад, чтобы ты знал, будет в груди массу болезненных воспоминаний. Так держать. Я есть груд. А вот и нет. Коллекционер держал тебя в клетке, как... какого-то зверя. Будто мало тебе уничтоженной планеты. Я есть груд. Ладно. Говорит, задавай свои дурацкие вопросы. Как ты вообще попал в лапы к коллекционеру? Как еще? Он его украл. Я есть Грут. Ладно, рассказывай. Я есть Грут. Говорит, в начале войны коллекционер нашел его среди обломков его планеты. Обалдеть. Но лишь кусочек, щепку. Остальное погибло вместе со всеми. Одну щепку? Ты что, не можешь умереть? Я есть Грут. Умереть может, но не умрет. Я этого не допущу. Пересажу хоть миллион раз, если нужно. А как коллекционер тебя нашел? Я есть Грут. Его спящего подобрал дрон-разведчик. Видимо, старина Тиван всегда в поиске новых образцов. Я есть Грут. Рабство не назовешь спасением. Я есть Грут. Он настаивает, что тот его спас. Посадил его сначала в катку, а потом в клетку. Я его выкрал. О чем и речь в докладе. Его Грута еще ищут? За ним не охотится коллекционер? Ты видишь тут кумпологоловых? Ну ладно. Что случилось с твоей планетой? Я есть Грут. Мне ты не говорил. Я есть Грут. Что он сказал? Читаури взорвали его планету экспериментальной мегабомбой. С ума сойти. Какой ужас. Я есть Грут. Это еще не все, Квилл. Грут говорит, после взрыва планеты Икс другие ветвистые миры мобилизовались. Но читаури были сильнее, их тоже уничтожили. Я есть Грут. Насколько он знает, он последний из рода. О, Грут. Бедняга. Не знаю, что бы я делал, будь я последним из людей.
Я есть Крут. Говорит, все не так плохо. Ведь есть мы. Мы мало общаемся, Грут. По очевидным причинам. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Прошлое не изменишь, но я попробую сделать будущее лучше. Я есть Грут. Говорит, он знает и ценит. Блін, дуже класний персонаж. Але фільми він мені подобався, а потім був дуже жорстокий момент. Я не пам'ятаю, який. Я это растение уже где-то видел. Грут його забвіння принес. А, так, я пам'ятаю цю рослину. Так, сюди я потрапити не можу. А де ж рубка знаходиться? Ух ти, скільки завітків! І це растіння? Де Грут такий відкопав? Прикольна лама. Так, окей. А, хто у нас тут живе? Тут живе Пітер. Чого нового? Как думаешь, какая теперь после контракции будет самая горячая планета для развлечений? Тут живе ракета, тут ничего не маем. Астероид? Да уж. Як мені зв'язатися з космо? І де взагалі Дракс? Целая рука. Процентов на 10 ми його побідили. И остальные 90% нам лучше не трогать. Конечно, я рад покопаться в этом чуде техники, но больше к сектантам я приближаться не собираюсь. Так, я навіть не знаю, як з космосом зв'язатися зараз. Зараз буду пробувати. У нас є така кімната, тут нічого активного немає. Тут немає, тут немає. Тут немає нічого. Я знаю, що ти здесь. Просто отзовись. Я в порядку. Оставь мене. Так. Тут теж рубки немає. Окей. А може тут? А, це просто музика. Я есть Грут. Нам с Нилом нет этим мирить. Я есть Грут. Ну что там? Я есть Грут. Страж Галактик. Космо, друг, куда пропал? Тебе не дозвониться. Прости, Петр Квилл. У космос связаны лапы. На забвение прибыла Церковь Вселенской Истины. Что? Как ты там? Пока что жив. Космо предупредили вовремя. Но кору пришлось отключить предосторожность. Ну и денек, да? Эта вылазка чуть не стоила нам жизни. Вернемся, расскажем. Нет. Это дело не по зубам космо. Стражу Галактик нужно лететь на Ксандр, просить у мира сознания помощи. Космо не в силах пробиться. Стражу Галактик необходимо. Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Грут. Так вот они, трусы, оборочившие леди Хеллбендер. Опа! Знакомые, хлопцы. Кто в мять такой? Как правило, я не вступаю в разговоры с низшими формами жизни. Но мой контракт с леди Хеллбендер позволяет это сделать. Так вот что, убожество. Обращайся ко мне согласно званию. Я капитан Слава, лидер Смертельного Легиона. Так уж и смертельного. Скорее, сопливого.
Нас окружили. Слушайте, я знаю, леди Хеллбендер злится на нас, но сейчас момент неподходящий. Ты думал, она прекратит охоту, потому что вам повезло выскользнуть? Из рук кровных братьев на забвении? Да. Да ты такой же кретин, как они. Вам не увильнуть от меня. Смею вас завет. Дайте мне пару минут. Отвлеки его, Квилл. Зачем? Куда ты? Вы что, звук убрали? Да, я есть Грут. Что? Я есть Грут. Ты повторяешь одну и ту же бессмыслицу. Значит, смертельный легион. Классное название. Треба его відволікти. Я сам когда-то был опустошителем. Окей. Зробимо. Мы намного выше, чем ты и твои опустошители, Зимнюк. В смертельный легион входят лучшие воины со всей вселенной. И я. Эй, ладно. Я понял. Ты первый из первых. И капитан суперэлитной команды. А я капитан... элитный. Местами суперэлитный. Не сравнивай себя со мной. Я из Империи Кри. Я слава. Одна моя родословная превосходит любые достоинства, что ты себе, глупец, приписал. Слова истинного Кри. Скорее надменного козла. Хватит! Я не потерплю насмешек! Вы будете уничтожены. Смотри, не надорвись, шлемастый! Милана разнесет вас на кусочки. У вас на корабле нет такой огневой мощи. Сканируй еще. Не зря вы припрятали контрабанду ракету, он улучшил оружейную систему Милана. Милана — это наш корабль. Блин, класс. Посмотрим. Ух ты, у нас буде файт в космосе. Огонь из всех орудий. Эти отбросы не стоят того, что... Ой-ой-ой-ой! Найди нам нормальный канал, а? Эти гады его залочили! Предавайтесь панике. Предсмертные так, Кри не станут уклонение влево Q. Уклонение вправо E. Они нас пока еще не пришили. Разворот F. Блин. Отступайте и подходите с другой стороны. Я справлюсь. Точно. Тоже складно, тоже складно. Сколько она предложила этим парням? Больше, чем все мою подарку. Блин, тоже складно. Хочешь сесть? Огонь из всех орудий. Эти отбросы не стоят того, что... Найди нам нормальный канал, а? Эти гады его залочили! Предавайтесь панике. Предсмертные крики станут доказательством. Звук подриван. Попробуйте сбежать, и я устрою вас. Никто никуда не побежит, штуки цифры. Покажи класс, Квилл! Они оскорбили нас! Да, класс, мы здесь дверь смерти. О, правый... Держись, приятель! Они нас пока еще не пришили! И пробел ты нажимал? А нельзя просто отправить чек леди Хэн? Она жаждет крови! Твоей! Не появляться не вовремя. На мой взгляд, мы вовремя. Эти корабли не удается быстро уничтожить. Это из космоса ракет. Пари. То, что за нашими головами охотятся, это ведь признак известности, да? Не знаю, что мы получим с истреблением капитана Хвостожуя и его хвостожуйного легиона.
Хватит командовать, Грут! Ты даже не умеешь пилотировать! Я миссию закинчу, я думаю, это будет S-730. Ого! Сколько она предложила этим парням? Неважно! Им не заплатят! Уже выходит? Отступайте и подходите с другой стороны! Ну или просто прицельтесь и отстрелите им в бок! Я спробую, ты... полетать на их. Где Дракс разрушитель? Я должен взять Питера. Не знаю его! Остался один смертельный долдон! Ну и кто тут низшая форма жизни? Пока ты. Мій чоловік прийшов на допомогу і перебив всі кораблі ворожі, тому я можу продовжувати. Це було дуже складно, я б не справилася. Таке відчуття, що ну, це було схоже, як я спробувала літати на FPV-дроні. Я не знаю, навіщо вони зробили так управління таке странне. Але придется разобраться с вами лично. Я певна, що я б не збила жодного корабля. Ви подбили истребители. Тому продовжуємо. Но мой крейсер вас уничтожен. А, блін, знову? Не смейся надо мной. Попробуй по мишені. Леди Череп умеет заявиться не вовремя! Она здесь? Нет, прислала грабить! Неплохо заехали! Теперь выпускные каналы! Это точно не сработает! Спасибо! Значит, точно сработает! На нас уже будто вся галактика справа кнопка машины. Половина, так точно! Нам явно нужно жми, подправить тебя! У меня уже ракета работает. Защищать каналы! Он уже напоминает мне ракету. Это лингвистическая тенденция. Когда красные эпизоды появляются. Мне кажется, этим уродам пофиг, что галактика гибнет. Они наемники. Ты там в порядке, Кэт? Не уклоняйся. Это искусство! А! Квилл учит самую опасную женщину в галактике, как надо убивать! О! Прямиком в канал! Это плохо, ты заботишься о корабле! Нас бьют! Интересно, сколько им платят за то, чтобы нас убить? Сейчас в их контракте гляну. Эти чуваки считаются нормалками. Правда? Нет. Я слаба. Боитесь. Выкуси, леди Хабалка. Она этим не ограничится. Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Бег. Леди Хеллбендер назвали леди Хабалка. Да уж, стричку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Ого, кто знал, что в космосе бывают пробки? Я не видела столько кораблей у Ксандра с начала галактической войны. Окей. Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Сподіваюся, більше не буде епізодів з кораблями. Батареї на ісході. Тому що це було супер складно. Это корабли из обратившихся миров. Беженцы.
Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет. Нет. Корпус снова кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. На хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут. Добро пожаловать в штаб-квартиру корпуса Нова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Выберешь язык Кри, я тебе уши отгрызу. Я есть Грут. Понимаю, но теперь мы сможем следить за всеми ошибками Звезданутого. Цель вашего обращения. Охотник должен уметь решать быстро. Поздравляю вас с решением вступить в корпус Нова. Блин, я Чтобы начать, введите ваше полное имя, наименование или серийный номер. Ричард Райдер. Звездный лорд. Мамка Квилла! Квилла. Эта стратегия бессмысленна. Да брось, крепыш. А вдруг сработает? Укажите планету или место вашего происхождения. Пост! Земля! Я все еще скептически настроен. Опишите в нескольких словах, что сподвигло вас вступить в корпус Нова. Я не удачу вершить правосудие. Похоже, даже лучшему ИИ во вселенной это не по зубам. Молодцы, ребята. Но уж нет. Ага, 999. Ладно, это было прикольно, но совершенно бесполезно. Еще идеи есть? Выбери уже что-нибудь. Так. Мы просканировали ваш корабль, и наш алгоритм предлагает вам связаться с одним из ниже указанных офицеров. Связь с кадетом Николетой Голд была приостановлена до выяснения обстоятельств ее участия в несанкционированной религиозной деятельности. Как она смеет тебе не отвечать? Грот просит нажать миросознание. Ресурсы прямой коммуникации с нами требуются для других задач. Вам отказано. Приносим извинения за доставку. Окей, залышался остальный вариант. Попробуем еще что-нибудь. Так, уголовное преступление. Надо сообщить о намерениях Рейкера. А вмятское миросознание о них еще не знает? Может, без подробностей. Вот зачем ты? Благодарим за информацию. Однако в свете приближающегося конца света предотвращение преступлений не актуально. В смысле, кнопки «Совершенное преступление» скучно? Надо рассказать им об обещании. Точно! Ведь все остальные корабли тут молчат, как партизаны. Да! В связи с приближающимся коллапсом цивилизации мы не принимаем в работу новые дела. Мы в курсе ситуации, но не имеем возможности ею заняться. Блин, який вариант правильный? Так, совершенное преступление. Думаешь, явка с повинной привлечет их внимание? Подключаемся к банковскому сердцу. Невероятно, сработало. Спаржа галактики. Как понять вас? Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я, Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать корабль. Галактику уже не спасти, Питер Квилл. Что? Массовый психоз. Обещание сметает системы, обращая всех на свои пути. Менее чем за 3 цикла. Оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Пракси 9. Ривель 3. 75,222% галактики Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай, мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Она машина.
Да, и во мне железки имеются, но не вздумай называть меня оно. Слушайте, мы же сбежали с корабля церкви. Сведений столько, что вы их легко утихомирите. Едва ли вы можете сообщить нам что-то новое. Вообще, я знаю пару вещей, о которых не знает суперкомпьютер. Например? Ну, скажем, как правильно гладить шиарианскую боевую птицу. Как ты вообще выжил? Я просто знаю, где погладить. Да? Что ж, я знаю. О, боже. Купить кредит системы корпуса Нова так дешево, что даже не смешно. Что? Они явно ни сном, ни духом. Они бы это пресекли. Дело в том, что мы видели это, испытали это, побороли обещания, и, может быть, наш опыт поможет вам прижать их к стенке. Это возможно. Мы упустили из виду важность индивидуального опыта и воспоминаний в наших архивах. Круто. Давайте объединимся. Но при этом, учитывая размытые параметры данного запроса, реализацию протокола поиска считаем неразумной. Что ж, прошу извинить нас. Церковь Вселенской Истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их появления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива – сбережение ксандерианской культуры. Остальное не так важно. Вы свою-то планету видели? Плачет горькими слезами вся ваша культура. Культура – это не просто ее. Вы лидер корпуса Нова. Ваш долг – защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной директивы. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них. Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной. По неясной причине... Церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы подгоним вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Чербач. Все верно. Хорошая фраза. Абсурдный источник силы противника. Це про... Це реально про віру. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. Вы управляете силой Нова, волшебной энергией, питающей корпус Нова. Она не волшебная. Но да. Тогда объясните ее мне. Ведь обыватель здесь тоже не видит логики. Танос говорил, ее генерируют живые компьютеры Ксандера. Живые компьютеры Ксандера и есть сила Нова. Она есть, потому что мы есть. Раз мы есть, существует и она. Значит, вы укращаете коллективную энергию. Также Рейкер поступает с верой. Может быть, церковь тем же способом действует? Возможно. Вы дали нам пищу для размышлений. Стражи Галактики. Нифига. Позже. Вы заранили для нас сомнения логические под системой миросоздания. Мы принимали решение рассмотреть все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Адам Уорлок. Исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. Последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально. Вы пришли к тому же заключению, что и мы. Похоже, приготовления к путешествию почти завершены. Прощайте, стражи галактики. Нет, стойте! Как же это в духе Нова. Не помогли тогда, и сейчас не помогут. Чому я все проєцирую на сьогоднішню ситуацію в Україні? Что? Издеваешься? Грот сказав, на горячій лінії так і висять в ожиданні штрафа. А
А наш штраф мали анулювати в 8-й главі. Космо мав його анулювати, ми з ним домовилися. Цікава ситуація. Тобто я тут завжди за справедливість, але штраф мали анулювати. А не анулювали, тому що з корпусу нового ніхто не залишився. Як вчинити? Ну, давайте на всякий випадок зробимо чесно, тому що грошей у нас не так багато, і в нас ще десь 4,5 тисячі цієї валюти ще залишиться. Тому... Так, а чому в мене... А як підтвердити оплату? Ну, я нажимаю F. Прийняти оплату, F. Нічого не відбувається. Ліва кнопка миші також. Enter також. Що за фігня? Яка ще кнопка може бути? Ладно. Давайте с этим покончим. Подтвердить платеж. Это не F. А, что? Вселенная вот-вот накроется, а ты спускаешь наши деньги на штраф? Слушай, друг, церковь скоро явится по нашей душе. Если сработает трекер, нам конец. Ладно, зато вопрос решен. Делаем ноги. Питер, пошло движение. Они улетают. Квилл. А це що таке? Я вижу. Блін, будь ласка, не заставляйте мене ще раз летіти туди. Як сказати на українській мові управління? Они принимают обещания. Я не знаю, обещания. Как это сказать, но управление кораблем очень надо фиговое. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. И специфично тоже. Сперва оторвемся немного. Поэтому я и вырубала стрим. Давай. Еще треба было разобраться. И вперед! Что вместе натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Я есть Грут? Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакрали у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Ребят, обещание нужно принять добровольно. О, да. А без двигателя нам крышка. Все ребят, равно. Ребят. Хватит. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды? Ладно. Что ж такое? Нет. Только... Не сейчас, я не могу. Как я устал. Я також. Але я стомилася не через гру, а через... Те, що я сиджу на дуже незручному кріслі без спинки, і в мене просто дуже сильно болить спина. Але це тому, що вона
привикает знаходитися у правильному положенні, тому що це ортопедичний стул. Все болить. Хочеться лягти, але я тримаюсь до кінця місії. Так, используйте. Так, отдохните свои каюты. Ну их корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать. А вот и наш великий лидер. Эй. Снова орать будешь? Что? Нет. Мне сейчас не до разговоров. Ты тост свой забыла. А с чем она ела тост, цікаво? Так, Девін. Окей, я просто посплю. Все нормально, так должно быть. Давай, детка. Кыш, кыш. Мені здається, ця лама якусь ключову роль зіграє в якійсь із серій. І постель воняет. Клас. Як не вистачає таких моментів у житті, просто сісти, просто нікуди не бігти, нікого не чіпати, сісти і послухати музику. Слухатися в слова. У мене кожен вечір я намагалася читати книжки. Ну, я і зараз намагаюся, але кожен раз перед сном я стою перед вибором почитати книжку чи почитати новини, і вибираю читати новини, тому що хочу знати, що в країні відбувається. І це наша каюта? Місто маловато. Какой у тебя? У мене? О! Причесон. Що це? Що происходит? Ти це... і я? Вставай! Говорящий енот ждет. Тебя все ждут. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. Грот хотел дать тебе поспать. Прикинь? Сколько я проспал? Потому что грот дуже... Всю дуже дорогу хороше... до хорошее дерево. А почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить корабль или нет? Мой корабль. Да, твой корабль. Все уже снаружи? Да, нас ждут. Окей, погнали. Есть, пошли! Блин, чему у тебя камера кусуется завжди? Тільки я... Якось незвично. Гляньте, кто глаза продрал. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да, да, знаю. Кавера, яка б мене була попередня, вона завжди була у фокусі. Ніки? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Держитесь от этой штуки подальше! Я и без тебя знаю! Получай, уродливое чудище! Питер Квилл!
Питер Квилл, вставай. Це був сон. Дракс, мы же договорились, прекрати. Твоё внебрачное дитя. А, ты уже другий раз перечитала цю книгу. Хогвот и Камалия воскресли. Вона в мене є в... Я її купила в плей книги. Да, ясно. Ну, необходимо лишь верить. В додатку від Гугла. О, глава 10, испытание веры. Купила її, але ще не читала. Я знаю, що ця книга дуже важка. Ну... Це так чи не так? Як взагалі враження від цієї книги? Ну, я знаю, що це класика, але вона досить важка. Так, тим часом у нас наступна глава почалась, тому я буду закінчувати вже. Поспілкуюсь трохи з чатом і на сьогодні все. Так, зараз покажу, які в мене книги є у черзі. Але дуже інтелектуальна. Угу. Ну, я її обов'язково прочитаю, це питання часу. Значить, оця книга, я просто вирішила підтримати українського автора, це блогер. Він... Значить, Константин Симоненко, 2000 кілометрів до мечти. Він якийсь рекорд Гіннеса, здається, поставив. Коротше, він «Як я посетив всі країни світу». Ця книга, ну, про всі країни світу, всі країни світу, і тут дуже багато картинок. Ну, ця книга, я її купила для того, щоб вирішити, в яких країнах я хочу побувати, які країни мені близькі по духу, по менталітету, ну, які мені взагалі цікаві. Значить, оцю книгу я подарувала мамі, але вона вже її прочитала і мені повернула. Це книга для всіх мам і бабусь. Книга від пищевого технолога і хіміка. Значить, автор Ольга Коснікова. І вона пише, чому не треба боятися їжі, боятися всіх цих єшок, добавок, красителей. От, мама прочитала і дійсно змінила свою думку, хоча вона завжди мені казала, типа, що много хімії, типа, все, що природно, все добре. От, ну, я давно знала, що це не так, тому їй подарувала цю книгу. Значить, ця книга «Путівник усесвітом для скептиків». Я навіть не знаю, ну, я здогадуюсь, про що вона, мабуть, про все. Я скептик, тому вирішила трохи свої знання узагальнити по поличкам розкидати і купила цю книгу. Вона дуже товста. Сподіваюсь, до неї дійде час. І зараз ще дві книги покажу. Так, зараз я читаю книгу, ну, вона дуже специфічна, тому не знаю, як на неї люди реагують. Називається «Неестественні причини». Це книга про Річард Шепард, ведучий судмедексперт Великобританії. Він, наприклад, до нього потрапило тіло принцеси Діани, коли вона померла. Ну і він дуже багато розслідував, ну, як судмедексперт, дуже багато розслідував, не знаю слово знову на українській мові, коли якась відома людина помирала, то він це розслідував і цей випадок записував свою книгу. Тому це книга про судмедексперта і про цікаві справи. І моя улюблена книга, до якої я, ну, я впевнена, що вона мені дуже сподобається. Я зараз закінчую попередню книгу і зразу перейду читати оцю книгу. Це бестселер від українського автора Валерій Маркус. У нього є канал на Ютубі. Дуже грамотна людина в плані політики, в плані, ну, взагалі всього. Він дуже розумний, дуже приємний, дуже гарний. Мені він імпонує просто з усіх сторін. І книга називається «Сліди на дорозі». Він в 18 років, коли це був 2014 рік, він пішов в АТО. І він, ну, ця книга про бойові дії. Вона тяжка, але я думаю, що такі книги потрібно читати. От це як
Джордж Оруел. В чому прикол цієї книги? Крім того, що вона дуже популярна стала і стала бестселером, значить, він залишає QR-коди на сторінках своєї книги. Ну, і от, наприклад, зараз тут QR-коди можна подивитись. Ти переходиш по QR-коду і там або відео, або фото тих подій, про які описані в книзі. Дуже мені, я ще раз, я всім рекомендую подивитися на каналі Маркус, значить, у нього є канал, значить, називається Маркус, і в нього є дві частини інтерв'ю з людиною, яка пройшла бойові дії у Чечні, першу і другу чеченську війну, Муса Ломаєв його звати, і от про Чечню можна дізнатися на каналі у Валерія Маркуса. Тому мій гайд по книгам закінчився, всі інші в мене в електронному варіанті, я тільки нещодавно почала купляти бумажні книги. О, а що це таке? Валерій Маркус інструкція. Така бумажка була всередині книги, я навіть не бачила ще. Ну от, я сподіваюся, що може якісь книги сподобаються по опису. Ні, в мене немає такої теми, тому що я сама не встигаю цього року книг перечитати. Тому так. Ну і більшість книг я читаю в електронному варіанті. Це тільки нещодавно почала паперові купляти. Ну і в мене, в принципі, я взагалі в Дискорді було в мене дуже багато російськомовних людей. Там я була колись адміном великого серверу в Дискорді, і звідти в мене дуже багато знайомих. Вони всі були, ну, в мене в Дискорді, але це були росіяни, тому я їх всіх видалила, і зараз в мене аудиторія в Дискорді там до 20 людей, і тому, ну, це просто не актуально. Я навіть не завжди можу знайти собі компанію, щоб пограти в якусь гру. Тому, ну, в мене толком немає аудиторії, щоб їй щось рекомендувати. Отак. Що ж, я буду закруглятися зі стрімом. Зараз, якщо там якась відповідь буде, то я прочитаю і вже будемо прощатися. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишалися до кінця стріму. Я це дуже ціную, навіть коли я проривала трансляцію. Те ж саме, дофіга вирізали росіян, так що Дискорд майже пустий. Ну так, ну, в мене він і так не був. У мене поки маленька аудиторія, найбільша аудиторія на Ютубі, там 132 людини, і коли я почала постити відоси про війну, то люди почали відписуватися. Але туди їм і дорога. Я повністю перейшла на українську мову, і тепер в мене контент буде тільки на українській мові, і все, що я буду монтувати, а я ще буду монтувати, значить, огляд на екшн-камеру DJI Action 2, я буду монтувати огляд на самі круті ігри для компанії на Nintendo Switch, я буду монтувати відос про буковель і сноуборд, і все це я буду робити на українській мові, і сподіватися, що... Ну, не сподіватися, а робити так, щоб русня навіть не розуміла мій контент і не лізла на, ну, в мої соцмережі і мої канали. Все, дякую за перегляд, всіх люблю, до зустрічі!